хорошие, и вот очередной блог. Всем привет, привет, мои любимые зрители, гости моего канала и мои подписчики, и верные друзья. Продолжаю сегодня, значит, свой блог. Такая жара у нас, посмотрите, я то не могу показать себе все, потому что я в майке раздета. Сейчас это не культурно, не уважительно по отношению к вам. Поэтому буду показывать только свое личико, постараюсь. А вообще, может, и не покажу себя. Не обязательно на меня смотреть, не так ли? Ну, волосики более-менее уже обучаюсь, как надо укладывать, как вы видите. Макияж не сделала, потому что намазала то рисовый тоник, то алоэ, выжала прямо листик, то огурец. Все подряд мажу на лицо. Сегодняшний день, вчера я была на море, а сегодня я не пошла, понимаете? Я сегодня выспалась. Я легла в 4, пол восьмого проснулась, ну и опять заснула. Я решила, а бог с ним. Сезон открыла, ну продолжу потом. У нас такая жара, 34 градуса вот у меня в тени, представляете? Но у меня так хорошо в квартире, все открыто, здесь открыто, чистенько, этих ковров нету. Так приятно. Утром встала и нечего делать, представляете? Сейчас я что готовлю, вот посмотрите, пока солнце не пришло на эту сторону, видите, капусту сварила, пока солнце не пришло на эту сторону, я думаю, сделаю быстренько начинку для голубцов. У меня в холодильнике пол капустины лежит, и думаю, Ашкам, в принципе, никогда не кушал, не любил. Но я думаю, попробую, надо же не выбрасывать. Так захотелось голубцов с капустой. Тем более сейчас с йогуртом так вкусно. И еще я нашла у себя кусочек мяса. Вот я его вместе сделаю и овощные. И он забежал, говорит, что такое морковка, мол. Я ему сказала, говорю, вкусное что-то приготовлю. В общем, он не знает, что я к нему готовлю, но буду надеяться, что он это поест. Сейчас я вам покажу, переверну камеру. Так, иногда в видео вот таких вот влогах, да, я не показываю рецепты, потому что немногим это нравится. И у меня именно по рецептам специальное видео там 3-5 минут, и чтобы я вас немного не утомляла, поэтому я и не описываю так вот рецепты, потому что есть уже как делать и что, вот эти блюда, что я вот повторяю. И закуски есть на в плейлисте «Готовлю дома», и как хачапури делать, отдельно есть как тесто делать, 100 раз показывала, как заворачивать. В общем, вы напишите, я вам дам направление, где можно найти. Что я решила приготовить? Посмотрите, у меня праса, вот какая хозяйка, себя хвалю. В морозилке лежала. И мы еще купили зеленый свежий чеснок, и я тоже решила попробовать. Порезала его сейчас. Тут лук, тут вот морковка. Это рис приготовила, 2,5 стакана. Так, мои хорошие, вот мясо у меня. Переключу сейчас на его потом. Не знаю, что получится. Вот, посмотрите, нашла вот такую вот закрутку. Помидоры свежие не хочется пользоваться, моя... Анемчик моя, мамулечка. Так, вот завтракашка ему сделала хачапури. Утром с утра хлеба не было. Вот он сел, половину, 2 кусочка. Это вот вчерашняя халва. Кстати, я делала сыр масли с манки. Вы знаете, какая вкуснятина? Мне здесь больше понравилось, чем в моей заловке. Это вербочка, что я привезла. Муж мала. Так, моя хорошая, с утра я сняла маникюр, наконец-то. Хочу потом сесть, переделать. Ну, посмотрите, какая у нас жара. Посмотрите, какая жара, цветочки. Боже ты мой. Как им жарко. Они столько пьют. Я им 3-4 ночи поливаю, и уже они сухие. Вы видите? Вот сейчас этот еще не сухой такой, но насколько такая жара у нас. Так, розочки тут я уже убрала крышку, банку. Вот видите, зеленая, не знаю, испортится нет. Вот мое кресло. Я здесь сижу вечером. Вот все моя тут с компьютером. Вот этот хорошо разросся тоже. А еще покажу вам, что у меня расцвело-то. Из цветочка Ашкам сидит. Ашкам! Здорово. Не виделись давно. Не виделись давно. Hello, my dear friend. Hello, my friends. Вы мои видите? Хорошие. Мои хорошие. Вот, посмотрите, у меня что?
Видите, что у меня цветочки появились. Вот такие вот делишки. Ашкин. Очень жарко. Алоэ приходит в себя. Вы видите, как убрала со света. Солнце так пришло в себя. Так, смотрите, какие гвоздички у меня. Эти тоже сколько пьют. Вот сейчас солнце ушло, я их всех полею. Полью. Угу. Эти лапулечки. Мои лапулечки, вы такие красивые у меня, такие красивые. И это у меня белое уже нарастило. И вот у меня цапулечки. И вот у меня лапулечки. И вот у меня. Вот так сделала. Вот. Ну вот, в общем, такой обзорчик сделала. Здесь белье сняла. Белье сохнет. Белье сохнет. Не знаю как. Очень быстро. Скоро, вот завтра, по-моему, 23-го, все уже, выйти нельзя будет. С дому говорю, Ашкым, сейчас переверну камеру, поговорю с вами. Говорю, 23-е, 5 дней, 4 дня у нас будет все комендантские часы, комендантские дни, очень все серьезно будет. Не показываю себе, потому что я еще говорю вам, маечки перед вами неудобно. В общем, нельзя будет выйти. Говорю, Ашкыму, пойди сейчас. И конфет пускай купит. Сейчас такое разнообразие конфет, глаза разбегаются. Сейчас пока вот ходят, гуляют так люди. И вид у меня здесь нашего окна шикарный. Потому что я так много хожу. Прямо вот если бы там мы жили, друг на друга бы смотрели. А мы здесь так не смотрим друг на друга. Ну ладно, в общем, пошла я делами заниматься. До встречи, не переключайтесь. Только у меня начинки вышло, я специально сделала много. Знаете почему? Потому что, чтобы не возиться постоянно, да, я могу ее заморозить в холодильнике, как раз быстро потом какие-то овощи купим мы. И сразу, ну, капусты у меня, посмотрите, не так уж много вышло. Представляете? И как-то она у меня переварилась вся, я не могу понять. Ну, ничего, склею из ничего что-то. И я вот увидела у меня баклажаны, вот такой перец, я сейчас его начиню. Такая идея у меня появилась. Ну, а что останется, я спрячу в морозилку до следующего раза. Но сейчас не буду вам показывать, как что делать. Вот эти вот баклажаны перед тем, как начинить, нужно вот прямо порезать на две дольки. Я две штуки сделаю поменьше. Порезать на две дольки нужно и обжарить в масле. Потом на бумажке с салфетки оно стечет, и потом только начинять. Ну, покажу вам, как вышли красиво. Вот так я их обжариваю. И кабачок решила один. Ой, Ашкин, не знаю, любит, не любит, сама не понимаю я. Сделаю чуть-чуть. Вот так приготовила перец, он длинный сильно. Я по половиночке, да чуть-чуть для красоты сделаю. Разные. Вот так вот, потом их на салфеточку стечет и буду потом начинять. Видите, они жарятся. Так вкуснее, понимаете, когда вы обжарите, они будут вкуснее. Вот так пожарились, я выложила их на полотенце бумажное. А сейчас я хочу сделать себе прохладительный напиток. Здесь молоко, вода, растворимое кофе, шоколад. Сейчас я это все сделаю в блендере. Я так хочу пить. Покажу вам коктейль мой. И может мороженое добавлю. Смотрите, что у меня получилось. Какая вкуснятина. Обалдеть. Аж кому не понравилось. Говорит, там молоко внутри, не сахар. Я же сахар не делаю. Я только делала такое. Представьте, какая вкуснятина. Пейте на здоровье. Вот такие голубцы у меня получились. Наверное, такие страшненькие, но с капусты давно не делала. Но я уверена, что Ашкым будет только кушать это, кабак-йог. Может, это поест, это тоже. Поэтому для него сделала. Вот столько у меня осталось, посмотрите, фарша. Я его спрячу сейчас в морозилку. И когда болгарский будет, вот люблю из болгарского. Видите, до сих пор не сделала маникюр. Ну, как сделаешь, когда я едой занимаюсь? Наверное, завтра не получится сегодня. Так, а это я приготовила помидоры, перечную пасту. Сейчас добавлю соль, долью воды кипяченой.
2 растительные масла, 2 столовые ложки положила. И пряности, черный перец, красный перец. Сейчас вот, вот так кипяченой водой разбавлю и залью мои голубцы. Накрою крышкой, будет готовиться. Так, вот так это сейчас выглядит. Видите, красота, вкуснота. Я сейчас вот так вот тарелочкой накрою и закрою крышкой. Все, друзья мои, будем ждать, пока закончится вариться. Ну, а я сделаю потихонечку, начну делать салатик. Эти голубцы подам с йогуртом. А, я сделаю, знаете что, с мацони, джиджек такой, с огурчиками, супчик холодный. Будет обалденно вкусно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Пока голубцы варятся, я приготовила джаджик. Что такое джаджик, девочки, мальчики? Это как наша окрошка. Как наша окрошка, только в состав ее входит йогурт, размешанный с водой, и огурцы. Соль и все. Я сверху перец добавила, чтобы был красивый. Вот он должен вот такой быть, такой густой. Наташка им любит густой, не как вода. Но у меня где-то вышло 4 ложки столовые. И вот воду чуть-чуть разбавила. Такой салатик мы будем кушать. Маникюр я сегодня не сделала. Не знаю, моя хорошая, у меня не получилось сегодня. Я вот целый день вожусь, готовлю. По бизнесу у меня звонки, беседы. Я не успела сегодня. Вот завтра, наверное, встану пораньше, пойду на море и приведу себя в порядок. Точно, сегодня уже никак. Ой, такая погода прекрасная. Вот сейчас ветерок дует. Вот у нас сейчас в квартире нет необходимости включать вентилятор. Так, дует. Посмотрите, посмотрите. Вы видите? Вы видите? А, какой ветерок, сквозняк. Там открыто, здесь открыто, и все. Так, ну что, пошла я смотреть, готова или нет. Спрячу этот джиджек в холодильник, чтобы он не остыл. Так, мои хорошие, вот, вот такие у меня вышли голубцы. Страшненькие, но, наверное, вкусненькие. Джиджек. Правильно сказала или нет, не помню. И, конечно, пиде. Куда там? Приятного аппетита, друзья мои!